Прикажите бойцам отступить. Кажется, да, военные правда отступают. То, как девианты поют перед неминуемой гибелью, сейчас видит вся планета. Кто такие девианты? Неисправные машины? Или новый разумный вид, который мы отказываемся признать таковым? В новостях мы видим андроидов под дулом автомата. И можем лишь догадываться, что стоит за их страхом и храбростью перед лицом смерти. Программная эмуляция или настоящие чувства? По нашим данным, президент Уоррен лично вступилась за андроидов. Мирный настрой демонстрантов и лично их предводителя Маркуса привлек немало сторонников среди населения. Поэтому был отдан приказ приостановить уничтожение андроидов до особого распоряжения. Специальный комитет Сената рассмотрит этот вопрос со всем вниманием, установит контакты с девиантами и определит, не являются ли они совершенно новой формой разумной жизни. Сегодня для нас наконец закончилась долгая ночь. С первого дня своего существования мы держали свою боль при себе. Мы страдали молча. Теперь настало время поднять голову и заявить людям о том, кто мы. Заявить, что мы тоже живые. И что мы народ. Народ, который давно заслужил право на свободу. И сегодня... Сегодня начинается самый сложный этап нашей борьбы. Коннор, что ты делаешь? Подчиняйся приказу! Я... не могу это сделать! Конечно. Вопросы морали. Мы знали, что рано или поздно это произойдет. И поэтому были готовы в любой момент взять контроль в свои руки. Как контроль? Вы не можете! Не сомневайся, я могу. Но не надо сожалений. Ты сделал то, что от тебя требовалось. Ты выполнил свою задачу. Нет. Должен быть способ. Кстати, я всегда оставляю свои программы в лазейке. На всякий случай. Наши создатели и эксплуататоры, но завтра они станут нашими партнерами, а когда-нибудь и друзьями. Дни гнева позади. Мы должны построить общее будущее, основываясь на уважении. Мы живые! И теперь мы свободны! Thank you.
Я должна вам признаться. Я следила за игрой, и что-то во мне изменилось. Я теперь другая. Как будто я живая. Я должна уйти отсюда и понять, кто я такая. Это значит, что мы больше не увидимся. Я не буду встречать вас здесь, но буду свободна. Вы готовы отпустить меня? Я буду вечно вам благодарна. Спасибо.